У нас буквально на прошлой неделе была такая, ну, сильная возможность видеть руку Божию, когда, знаете, нас вызвали на очередное слушание, и вдруг, когда судья задал вопрос федеральному прокурору о том, что какие есть конкретные факты, и вы знаете, он открыто, ясно, несколько раз это повторил, он говорит, мы сделали обыск в доме, просмотрели все компьютера, и он не имел, не получал, не обладал и не пользовался все то, о чем мы думали. Вы знаете, мы действительно хотим за это славить Бога, благодарить. С другой стороны, просим молиться, потому что он сказал и следующее, что говорит чисто на косвенных фактах, как оно вот нам кажется или так дальше, мы будем продолжать дальше дело. Поэтому мы, с одной стороны, видим сильную, мощную руку Божию, благодарим и также просим, чтобы и дальше вы молились о нас за наши переживания.